Привет, меня зовут Карпова Алена, и я детский стоматолог Dental Fantasy. Уже более 17 лет я спасаю зубы детям. Мой опыт и навыки позволяют найти подход даже к самому юному пациенту, и поэтому я принимаю детей с рождения. Я специализируюсь на психологической адаптации к лечению, спасаю зубы детям в условиях предельно безопасного наркоза или в седации за эксюазот с кислородом. Я провожу лечение кариеса молочных и постоянных несформированных зубов. Лечу пульпиты, периодонтиты временных зубов, в том числе и у особенных ребятишек. При работе использую медицинскую оптику, что позволяет гарантировать максимальную сохранность здоровых тканей, ну и качество проведенного лечения. Восстанавливаю зубы как реставрациями из композитного материала, так и специальными коронками для молочных зубов, в том числе и эстетическими циркониевыми коронками для центральных зубов. Составляю индивидуальную программу профилактики и помогаю с подбором средств для домашней гигиены зубов. Ну и самое главное, родители моих пациентов всегда знают, как не допустить повторного кариеса. Я за комфортное лечение детей и здоровую улыбку. Записывайтесь ко мне на профессиональный прием в Dental Fantasy.